Всем привет, затюнингуем очередной грузовичок, самый большой из трех. Стоит тоже не сильно дорого. Поундер заказной. 320 без скидки, 241, если выполнить 10 продаж. Ну и на данный момент действует скидка 40%. В общем, 192 стоит в данный момент. Так сказать, дешевенько. Поглядим, что там есть. Пип-пип-пип-пип. Тут то же самое. Бронеплиты есть. Легкие. Легкие спереди закрывают на бампер. Сеточка на окошко. Ну, дальше-то почему не сделали, чтобы камеру крутить по кругу? Потом средняя, ну такая же, как и на среднем грузовике, 52 тысячи. Отличный кенгурятник. И лопата. Здоровеннейшая. А лопата снегоуборочная. Ну, можно и машины убирать, и все что угодно. Даже интересно, сделали переднее колесо. Сделали непробиваемым. Почти со всех сторон закрыто. А зачем колеса закрывать, если можно поставить пуля непробиваемая? Непонятно. Весь такой в бронеплитах. Тут окошко поменьше. Сбоку тоже. Шансы пробить пулями больше, чем на 50% меньше. Давай за 90. Пока скидка есть. Надо хватать. Тормоза. Где-то там один пиксель прибавочка дает. Ставить и смысла нет. Можно двигатель вот поставить. Хоть что-то ускорять будет. Музыка, как обычно, все та же самая. Тут фары имеются, тот же самый набор Xenon за 7500, 23 раскраски. Красит все то же самое, за этими плитами ничего не видно. Плиты интересно сделаны. Вообще полностью. Тут с крыши, с боков, с дверей. Здесь сверху на крыле. Всюду упаковали. Те же самые все камуфляжи. Подарочные за 0 долларов. Так, нам будет посмотреть, как она будет красить выбранный камуфляж. Номер.
А, что тут номер менять, если его не видно? Где он там? За бампером, что ли? Или сзади? Где? Не видно, где посмотреть. Краска, окраска. Хром с элементом хрома на поверх ложится, значит. Классик. Ага, значит, она красит. Значит, красит прикольно. Можно. Все это за плитами. Ничего не видно. Супер синий. Не знаю, тут, наверное, черный самый раз будет. Полночный фиолетовый. Либо белый, либо черный. Нигде он. Посветлей. Белый куда делся? Так, банда 25, как обычно. Тут металлики, все это однотипно. Тут имеется какая-то крыша с проволокой. А зачем она, эта проволока? Разве она как-то помешает, кто тут залезет ногами на крышу, что ли? Как-то не совсем понятно. Мне кажется, больше тут для красоты она сделана. Или они к зомби-апокалипсису готовятся. На этот грузовик тоже колючкой отставилась. Трансмиссия. Ускорение дает. Конечно, турбо тюнинг, как без него, за 50. Ну и самое вкусное, наверное, тут будет оружие. Башенный гранатомет. Так, он почему-то сзади. Триста почти. Шикарно, конечно. Либо убрать за 1000. Любимые мины. Неконтактные. Полезная херень. И также есть основное оружие. Двойные миниганы. Встроенные и, похоже, они неповоротные. Но двойные. И прикольное. И непонятно. 115, в общем, они стоят. Потом тут ракетница есть по-любому. Без наведения. Тоже сдвоено. По две ракеты можно, наверное, выпускать. И зенитная установка. Можно стрелять во все стороны. Надо будет посмотреть, с какой стороны она будет. А то может опять этим пассажиром управлять. 285.
Чё, нормально? Конечно, все тут не поставить. То и то, и то. Что-нибудь одно из трех. Колеса есть. Улучшение шин. Пуля стойкие уже стоят. Дымок с покрышек, стекла есть, боковая только лишь красится, стекла и все. Жирный тюнинг получился примерно на 900 тысяч. Поехали. Посмотрим, как она на улице ездит. Посмотрим поближе. Здоровенная снегоуборочная лопата до самого пола. Все в броне. Лампочка, это фара. В этой в сеточке хромированный бензобак. Тут все закрыто, колеса закрыты. Не то что сбоку закрыты, они еще и спереди, и сзади закрыты. Тут ручки, можно сзади, значит, ехать, прицепиться. Тут тоже ручки со всех сторон есть. Так, тут что открываться? Двери. Открываться только двери сзади. А сзади ничего не открывается. Обычный салон такой, а не люксовый. Внутри выглядит, ничего не видно, в общем, внутри, хоть сбоку, хоть спереди. Если так ездить, то далеко никуда не уедешь. Обзору никакого. Нормально. Воу. Разойдись. Ускорение вообще ноль. Так, надо проверить, как работает снегоуборочная лопата. Не хватает на легковую машину с места стащить. Самый раз только лишь с разбега, с максимального, бац, и полетел. Лови мину. И где бабах? Бабах сработал.
По оружию, значит. Где она? Ракетная батарея. 4 залпа, потом идет перезарядка. Стрелят во все стороны. Единственный минус. Углов вниз вообще нету. Вот это вот максимально. Если поближе подберется кто-нибудь, уже не пристрелить будет. Не знаю, зачем это так сделали. Может, это ради какого-нибудь баланса? Реально вниз не опускается. А если кто-нибудь поедет? Это его только за километр расстреливать. Да. Хреново. Вниз не опускается. Ой, да она еще и заканчивается, оказывается. Все, меня больше не стреляют. Наверное, ракет 20. Ого, ого. А что, больше не перезарядиться? Единственный вариант стрелять каких-нибудь пистолетиков. Да, ракеты заканчиваются. А что такое? Взад не едет. Взад не едет, там что? Ну, эти боты-то метка. В любой лючок накинут. Взад невозможно съехать. Там машина сзади подъехала и все. Не знаю, как-то такое мнение с этими ракетницами. Кончаются ракетницы, плюс она вообще углов нету у нее. Единственное, что нормально, это только мины. А если эти миниган ставить, там вообще смысла нету. Миниган, он только прямо будет стрелять так же, как и ракеты. Прямо. Как по мне, так средний грузовичок, этот му... По вооружению куда лучше смотрится из всех этих трех. Ну ладно, на этом у меня все. Оставляйте комментарии, всем пока и до новых видео.